Сегодня экологи просят людей встать на защиту пчел. Мало кто знает, но с каждым годом этот вид насекомых все ближе к исчезновению. В чем причина повальной гибели медоносных? Точно выяснить пока не удалось. Зато последствия хорошо известны. Пчелы опыляют почти все виды ягодных и фруктовых деревьев, а также сельскохозяйственные и дикие растения. Ученые посчитали, со дня гибели последней пчелы люди проживут не больше 4 лет. Защитить медоносных насекомых призвано строительство стены защиты пчел. Участие в мировой акции принял и Ставрополь. Нам будет ее предоставлять. А именно, дворец культуры имени Гагарина. Автор этого проекта – ставропольский художник Евгений Кузнецов. По его словам, призыв экологов нашел достойное отражение в современном искусстве. Сейчас пчелиные соты встречаются у многих зарубежных авторов. Конечно, многие архитекторы действительно пользуются вот этой великолепной конструкцией, устойчивой, легкой и самоорганизующейся в конечном итоге. Конечно, вот эта традиция строительства из бревен немножечко привела нас к прямоугольному мышлению. Хотя в природе прямоугольная форма очень редко встречается как таковая. Строительство городской пчелиной стены двигалось под ритмичную музыку и детские голоса. Юные горожане рисовали полосатых насекомых на асфальте и лицах друг друга. Все это веселье сопровождалось танцевальным флешмобом, поучаствовать в котором дети были только рады. Ставрополь стал единственным городом в СКФО, который принял участие в международной акции. В этот же день пчел защищали в 250 российских городах и ряде других стран, такие как Болгария, Германия, Франция. Экологи надеются, что такое массовое привлечение к проблеме поможет с ней справиться гораздо быстрее. Анастасия Романова, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».